Guten Abend, дорогие друзья, с вами футбольный симулятор прогноз, очередной выпуск. В студии, как обычно, мы Игорь Белоногов, Роман Принцков. Игорь. Привет. Салют. Что у нас сегодня? Ну, ты, в общем-то, обозначил, что у нас сегодня Бундеслига вновь. Недавно мы ее играли, так что вновь решили вернуться. Тем более матч интересный. Байер против Лейпцига, третья, четвертая команда. Лейпцигом мы уже играли, кстати. Лейпцигом мы играли, да. Вот Байером нет, кстати, по-моему, вообще ни разу. В общем, третье-четвертое место. Мы посчитали, что это матч интересный. Вот и решили вам его показать. Да, и коэффициенты на этот матч тоже достаточно интересные. На Байер от 2,85 до 3. Лейпциг 2,30, 2,31. Вот настолько большой разлет. Ничья 3,55 и 3,70 соответственно. Хозяев не верят в этом случае. Почему? Ну, потому что они ниже элементарно в таблице, наверное, поэтому. Ну, слушай, тогда у нас и в одном из матчей это было Ливерпуль. Манчестер Сити, там тоже огромный разлет по коэффициентам был. Он практически, кстати, угадали, не 2-2 скатали, не 3-2. Да, почти угадали. Ну, не знаю, может быть, у Лейпцига серия матчей каких-то победных сейчас поинтереснее. Тем более там при Тедеско вроде бы все хорошо, они там почти в зоне вылета были. Так что, может быть, поэтому. Ну ладно, поехали проверять. Байер, Лейпциг, очередной тур Бундеслиги. Почему нам каждый раз попадается матч в дождь? Что в Англии под дождем играли, что в Германии под дождем играли, что... Весна такая вся прекрасная, но иногда дождливая, немножко пофилософствую. Ну, это как говоря в прошлом выпуске, то что болельщицы ждали этот матч, вот дождались наконец-таки. Ага, ну тут задумка неплохая, реализация. Такое себе, выгенькое. Было. Ей. О, хорошо. Это, здравствуйте. Хорошо. Грамотно. Плохо. Отвратительно. О, согласен. Хорошо. Куда? Зачем? Кому? Ладно. Перу, да, поворотом. Ну, не створ, конечно. Ах, вот это коридор-то я тебе подарил. Ай-яй-яй, а я им не пользуюсь, получается. Ну ладно, тоже свой удар нанес. Вынесли. Ну ладно, попробуем. Не, лучше не пробую. Бегай там, крутись. В створ не попади. Эй, дед. Ну и вон нафиг эту вашу футбольную карьеру. Пошел домой. А что за культ у немецких клубов 0-4 обзывается? Шальке 0-4, тоже Байер 0-4. Тоже думал над этим. Там типа с четвертым годом вообще ноль связи. Ой. Ох, хорошо. Ладно, а потом. С первым голом много связи. Да. 1-0. Поэтому скажу тупо. Не знаю. Какая-то связь, безусловно, есть. У вас была какая-то связь, и вы ее придерживались? Да. Всей лигой. Ходи. Плотно было. Молодец, ты моя зая. Ты моя это самое. Сейчас Лунёва выпущу. Ой, у меня же была возможность. О, что-то я... С ним контракт не расторгли? А, нет, он... Хотел сказать, играет, но он не играет. У него один матч за весь сезон. Ну, что, второй вратарь? Железно. А может, и первым скоро станет. Но у меня так точно. Бежать. Вижу. Ой, ты... Вот какие молодцы, ребята. Просто. Кулаши или как там его? Гулча. Да. Я вот не понял, что он пропускал мяч. Вот. Все, опять. Да, мне опять это не нравится. Опять в атаку. Хорошо, убрали. Сюда. И... Блокирую еще разок. Молодцы. Я бы ржал, если бы с этого залетел. Я бы нет. Я бы грустил, да? Повесил джойстик на гвоздь. И потом ты бы грустил. Джойстик на гвоздь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Спокойно. Хорош. Ну тут провал в обороне дичайший. Вижу.
Вижу, сразу выходить вперед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот сам себе привез. Зачем выбежал? Переворачиваем. Вот дубль. Ой, на дубле Диаби. Весело, весело. Заканчиваем первый тайм. Давай смотреть статистику. Ну, она на твоей стороне должна быть. Нет, хотя она на твоей равная, стороне. Равная. Где равная? 60 ну, на 40. Ну, владение. Ну, ожидаем 60. Мы 2,8, 2,4. Что еще? Ну, по ударам равная статистика, ладно. Угу. Ну, отбираешь чаще, перехватываешь, соответственно. Ну, ладно. Соглашусь. Равная. Поехали второй тайм. Тоже нормально. Ой, отвратительно. Вижу. Ой, мерзко. Вижу, 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 вижу. Ой, ужасно. Ой, как все пошло-то, а? Ой. Ну все, теперь можно их сверхзащиту поставить. Поехали атакующий футбол показывать. Это что у нас, впервые что ли защитная тактика работает? Мне прям очень тяжело тебя пройти. А у меня прям куча народу в защите, по-моему, да, первый раз. Пофиксили. Ой, нет, ладно, все равно. Ох, да. Такие вещи возникают. Хорошо. Ну, стояли плотно. Было реально вот... А толк-то? Не, ну, долго надо было думать, что, куда мяч-то отправить. Где тот самый момент, когда можно пробить? Ну, чё ж ты не догоняешь, а? Оп. Да опять, что ли? Оп. Хорош. Сложный штраф был, да? Да. Ну, 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 ну. Решил поиздеваться, но нет. Нет. Наверх. Угу. Догонишь, что ли? Догоню. Э. Опа, хорошо. Молодец, воздух отобрал. Еще один такой же. Не-не-не-не-не-не. Молодец. И что, это угловой? Да. Вон замену будем делать. Так, говоришь, это угловой. Ладно, подаем и бьем. Слишком сильно мы ударили. А меня, мне кого предлагают поменять? А почему бы и нет? Не туда давал, ну ладно. Тоже ничего. Это плохо. В принципе, на ничейку-то можно как-то вывести. Есть же моменты, куда можно сбегать, куда можно пробить. Так. Вижу. Решай. Ох. Я думал, он полетит в другую сторону. Я тоже. Нет, я на секунду подумал, что выше, ну ладно. Поспокойнее должно быть. А сверх-сверх защитник где-то присутствует здесь, режим может быть. Комбинация сверхатакующего и сверхзащитного, наверное. Ну да. Называется сбалансированный. Уф, как проседаем, а. Ух, как проседаем. Ну, вроде бы. Ну, вроде бы. Хороший. Ну, все, игра сделана. Ну да. Бодренько. Игра сделана. 4-2. Победа Байера. Вопреки коэффициентам, которые нам предлагали. Букмекеры наши. Да. 12-11. 55-45. Ну, владение, вот тут владение уже по-равному стало. Ну, а по ожидаемым голам все-таки второй тайм был за тобой. И, по сути, весь матч. Ну, получается, что так. Да. 4-2. Победа Байера, Неверкузена или Леверкузена. Твои впечатления об этом матче? Да, бодрый матч получился. Мне лично очень понравилось, потому что я выиграл, конечно же. Да и в целом 4-2 был бодренько, почти камбэк случился. В общем-то, весело, весело. Ну да, Лейпцигу в конце точно не хватило. Особенно, когда автобус подъехал. Пассажиры. Заходим и пытаемся пройти. Но в целом, думаешь, такой коэффициент зайдет? Да вполне. Вот мы же тогда удивлялись, что на Ливерпуль так много дают. Ну, то же самое, наверное, и про Байер, можно сказать. Лидеры, как-никак, одни из. Возможно, возможно. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас в эту программу. Увидимся на следующей неделе, как всегда, в футбольном симуляторе «Прогноз». Пока.